Новый уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Наталья Кошелева встретилась с представителями бизнеса в краевом центре «Мой бизнес». Предприниматели задали интересующие вопросы куратору, который теперь будет отстаивать их права и интересы в Приморье. Развитие экономики страны, любого субъекта напрямую зависит от развития предпринимательства, от инвестиционного предпринимательского климата. И в Приморском крае у предпринимателей, как у предпринимателей других субъектов, есть хороший инструмент для развития своего бизнеса, для решения вопросов с какими-то ограничениями, преградами в развитии этого бизнеса. Этот инструмент уполномоченный по защите прав предпринимателей. И мне бы хотелось, чтобы максимальное количество предпринимателей знали о таком инструменте, такой возможности, познакомились, поняли, насколько мы одинаково смотрим на развитие предпринимательства. На встрече с предпринимателями Наталья отметила несколько важных направлений, которыми ей предстоит заняться. Моя задача, чтобы каждый предприниматель по итогу рассмотрения своего вопроса сказал мне спасибо. Я очень рассчитываю на то, что у меня и у команды, которая работает вместе со мной, получится помочь максимальному количеству обратившихся людей, вне зависимости от того, в полномочиях это или в возможностях подсказать путь решения вопроса. Министр экономического развития Приморья отметил, что институт уполномоченного – это эффективный инструмент для предпринимателей в решении возникающих вопросов, которые нужно использовать. Большие планы сейчас по работе со всеми территориями Приморского края. Ну, мне кажется, мы договорились с этой недели, да, мы начнем уже выезжать. Ну, вот у нас запланированы выезды совместные. Будем везде встречаться с предпринимателем, рассказывать также про наши меры поддержки. Ну и если будут возникать какие-то трудности в деятельности, Наталья Александровна всегда будет готова помочь. Напомним, центр «Мой бизнес Приморья» работает в регионе при поддержке Краевого министерства экономического развития по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.